Всем известно, что 22 мая случится нечто, а именно расскажут правду про тех людей, которые скрывают совсем ложь. Ну, или наоборот. В общем, тема идет о том, что вы узнаете. Ну что, дорогие друзья, удивительно то, что вы видите на свои экраны. Это неопознанный летающий объект, его формат совсем впечатляет. Но он прилетел не в Россию, а именно в Финляндию, с необычной формой жизни. Но это еще не все. Этот НЛО принес с собой метель необычного снега. Этот снег не таял около 3 дней, но он напоминал на какую-то стружку. Что за снег, я не мог понять. Но удивительно то, что этот НЛО принес холод в майские праздники. Конечно, это может неправда, но вы видите эти кадры, и они ужасают. Много чего странного происходит на нашей планете, но это еще не все. Этот НЛО исчез недалеко в Питере, а именно ушел под воду. Он не только может летать, но и плавать. Подводные лодки Российской Федерации были шокированы представить вот такую необычную картину, когда они увидели, что на радаре огромный и необычный объект, который движется, вы не поверите, 47 узлов морских. Это необычное такое явление может только при одном условии. Или торпеда, или неопознанный летающий объект. Но это еще не все. Если вы присмотритесь внимательно, то у этого НЛО есть множество отверстий окон. Я удивился. Но один из очевидцев в Финляндии увидел инопланетного человека, который пытался как будто махать. Правда это или нет, это останется загадкой. А вы еще не верите в НЛО, но забудьте то, что вы сейчас увидели, а именно то, что сейчас вас будет ждать именно. Этот необычный видеосюжет был сделан одной девушкой, которая любит фотографировать. В общем, много чего странного, но она запечатлила на свою камеру 4 НЛО. Конечно, вы видите размытость, но это реальный видеосюжет. Размытость дает для того, чтобы НЛО могло импульсивно менять специфику всех камер, то телефонов, то камер. Но это еще не все. Эти НЛО начали издавать огромные звуки, которые начали пугать местных жителей. То есть где-то на югах случилась вот такая необычная картина. Этому видеосюжету только год, но самое главное, что происходят до сих пор там такие неопознанные летающие объекты. И их, дорогие друзья, все больше и больше. Их можно заметить в этом месте, когда вы посмотрите вверх ночью, то увидите яркие огни, то огромные зеленоватые полосы. Что за полосы, никто понять не может. Но если вы присмотритесь на этот видеосюжет, то понятно, откуда начинают идти ноги. Но все же могло измениться, если НЛО хотят захватить нас. Но вы не поверите, но эти кадры реально страшны. Не то, что вы видите, а то, что происходит там. Группа ученых после этого видеосюжета решили проверить эту местность. И они ужаснулись, когда зашли в эти горные просторы. Они увидели множество пещер, которые были созданы не человеком, а именно инопланетными расами. Они увидели множество знаков, которые не принадлежат этой расы. Что за инопланетное существо могло оставить, никто не знает, и до сих пор там происходят ужасные истории, которые я не могу вам рассказать. Но вы, дорогие друзья, должны досмотреть до конца. Все нахер закрою и больше брать.
люди видят зеленые НЛО постоянно, и необычным форматом они не могут понять, откуда светится яркий зеленый свет. Но сегодня я вам покажу, как один мальчик заснял этот неопознанный объект. Он его как будто приманивал. Неужели НЛО может похищать? Я вам расскажу те истории, которые вы ужаснетесь. Яркий белый свет похищает множество то людей, то детей. Но самое главное, что эти необычные, дорогие друзья, моменты могут напугать множество зрителей. Эти кадры, которые вы видите, были сделаны 2 недели назад в одном необычном месте. Мальчик увидел какой-то зеленый свет и начал подходить к нему. Яркий зеленый свет начал чуть-чуть погашаться, и он увидел перед собой огромный дискообразный НЛО. После этого он начал снимать на камеру и увидел отверстие у этого НЛО, как будто необычные круги. Они начали светиться зеленым цветом, и этот мальчик напугался, и он убежал от этих зеленых лучей, и правильно сделал. Повторяю вам, дорогие друзья, эти моменты, которые вы видите, они ужасающие, и не только они происходят на Земле, они происходят и в космосе, и везде, где вы не можете быть. Но забудьте то, что вы привыкли видеть неопознанный летающий объект, а именно то, что самое главное, что происходит на нашей планете, самое ужасающее – это НЛО. Смотрите, осторожно будьте и не забывайте ставить лайк. Ну а с вами, дорогие друзья, был Тайный НЛО. То, что вы увидели, это не значит, что это неправда. Это значит, что это все закрывается под огромным толстым тлей. С вами прощаюсь на сегодня.